футбола, други мои. Привет, ми амигосы. Испанскую тему продолжаем. Тапас. Это закуска, любая закуска. Начиная от семечек и вплоть там до горячих каких-то закусок. Вариантов множество. Ингредиенты любые, какие хотите. Давайте посмотрим, что я вам предложу. Баклажан, томаты, чеснок, сыр. У меня фета, ну, пойдет любой. Смотрите, из пряностей у меня петрушка, мята, базилик, эстрагон, по-нашему тархун. Оливковое масло, соль, черный молотый перец. Все. Подготовим, давайте сейчас все и приступим. Баклажанчик подготовим. Порежем его на пятачки. Ну, такие, знаете, сантиметр полтора, наверное. Не тоненький. Тарелочку. И они делают вот что. Они их подсаливают сразу же. Они это испанцы. Все травы прям вместе и мелко-мелко порежем. Что-то я маловато. Я пойду еще добавлю. Наверное, достаточно. Чесночку, ну, несколько зубчиков. Давим. И так же, как зелень, в труху. Томаты, помидоры. Если бы они были одинакового диаметра, то я бы, наверное, на кольца порезал. Так я, наверное, вдоль сделаю. Вот так, наверное, по пол сантиметра. Включаем, сгоняем. Оливковое масло наливаем. До стихами заговорил. Погнали. Они все масло себя забрали. Можно добавить. Прошло 2-3 минутки, переворачиваем. Вот как на поверхности стали появляться пузырики. Готово. Убираем на салфеточку. Чуть-чуть маслица сюда еще добавим. Делаем средний огонь. И немножко готовим чеснок. Прям секунд 15. Включаем, готов. Высыпаем его сверху на кабачки. И потемнели, но не сгорели у меня, получились, то что говорю, это секунд даже 10 было. Такие как немножечко сухие, будут немножко приятно похрустывать во рту. Переложим тарелочку другую, положим помидорки сверху, сверху сыр. У меня соленый сыр, и я пока не солю. Присыпем все это бодренько травкой, чуть-чуть перчиком. Но это я чуть-чуть, как вам нравится делать. Слегка прям солью достаточно. Для меня, может быть, достаточно. Попробуйте сами. Заключительный штрих. Прям по несколько капель маслица. Ну все, друзья мои, готово. Быстро, недолго. Испанский тапас, по-нашему закуска, готова. Всех приглашаю. Вам спасибо, что забегали, смотрели, пальчики подняли или опустили. Скоро увидимся.